Всех снова приветствую, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. Так, и да, мне нужно поменять разрешение, наверное. Потому что я делал стрим, в общем-то. Вот так вот. Лучше все-таки это не стрим, на котором я не могу много чего сделать. Здесь я много чего даже могу. Так, а где наша девка? Знаете, я так подумал, возможно, ей стоило сюда прийти. Ну, то есть, она туда ходила или нет, интересно? Повышала уровень или нет? Уже 24 левела, капец. Так, здесь у нас что? Здесь у нас всякие ресталища. Дристалища. Блин, что-то мышка непонятно, она как нужно себя ведет или не как нужно. Так, походим-ка. Это просто жесть. Так. Как же мне не нравится эта карта. Она какая-то фиговая. Давайте просто захватим шахту и пойдем вот сюда куда-то. Дюжины, дюжины. Жесть какая-то. Так, лишь владелец вилла Кости. Вилла Кости. В смысле вилла Кости? Какой еще вилла Кости? Ну, не знаю, с вампирами, как мне с вампирами вопрос бороться? То есть 27 церберов, это, конечно, неплохо. Но... И нехорошо, я бы так сказал. Эй, на нас нападут же. Жесть. Так. Точнее, текущий ход, типа. А, на этого тоже сейчас нападут. Блин. Куда ни пойди, везде нападают. Это ужас. Это ужас. Так. Ой, и здесь. Блин. Вот здесь пусть остается. Потом пробежит туда. Без проблем, я думаю. Так. Так, вот сюда. Вроде бы нас здесь никто не достанет. Давайте теперь здесь дристалище уже построено. Теперь борцовские арены. Эх, как печально все это. Это уже превращается не в игру, а в работу в какую-то. Просто ужас. Так, группа. Пройти могут лишь члены культа головы смерти. Синий игрок. Вот это отстой. Длинный меч. Лух какой-то. А где тут наши вилла Кости? Ладно, ты теперь сюда успеешь пробежать. Это круто, наверное. О, смотрите, можем куда попасть здесь. Так. Вот она. Вот она, то есть сюда нужно. Окей, окей. Так. А что если ты пойдешь сюда? Тут уже красный. То есть он владеет этой вилой Костей. Жестенько так. Жестенько будет. Жестковато будет, жестковато. Так, ну что ж. Тогда ходим дальше.
Как он обнаруживает моего вора? Он же невидимый. Вот что это за читерство, я не понимаю. Видите, у него скрытность, его нельзя обнаружить. Мать бы вашу кто-то в кино водил за такие, извините меня, дела, которые они творят тут, ублюдки. Так, значит, вот так, и теперь вот так, раз и два. Теперь, значит, вот этих вот назад, а все остальные как уже располагаются, так пусть и располагаются. Это просто жесть, да. Эх, ну что ж, нужно попытаться куда-то сюда, что ли, прибежать. Сюда не добегу, значит, и смысла нету вообще куда-либо добегать. Здесь конюшню можно построить, ну так и сделаем, в принципе. Ну, виллу Костю мы скоро захватим, конечно. Хоть что-то утешает. Вот скелетов, кстати, нужно будет замочить. Вот сюда. Теперь тут, короче, очень интересные вещи происходят. Ну, заново попробуем сюда или даже в другое место переместиться. Гаситель магии, не знаю. Строить, не строить. Тут, естественно, ничего строить не стоит, наверное. У тебя какой уровень магии жизни? 3-й уровень. Ну, это интересно, интересно. Вот, раз и два. Это очень важно, чтобы вы знали. Так, дюжины призраков. Не знаю, давайте сохранимся на всякий случай. И нападем на них. На этих призраков, вампиров и другую шваль. Так, так, так. Этот вообще оказался закрытым. Так. Так. Значит, теперь мы духовную броню накладываем на этих парнишек. Бамс. А ты вызываешь еще Цербера. Да, сейчас будут потери, конечно, серьезные. Так, значит, благословляю вас, благословляю вас. Говно какое-то происходит, если честно. Лучники пусть в защите стоят. Вот это отстой. Вот это просто жесть. Так, здесь мы уничтожили. Осталось с призраками справиться. Ну что ж это за бред? Какие же они хитрые, противные вообще. Хотя бы атакуют, уже утешает.
просто жесть. Жесть, жесть, жесть. Так. Разделили. Ну, да, как вы видите, потери бешеные. Ну, кто таких мобов ставит? Это жесть. На самом начале. Эти компании, я смотрю, они типа как бы сбалансированные более. Но... Не, спасибо, да. Да-да-да. Короче, тогда я... Я ж специально для этого и сохранился. Вот куда-то сюда. Надеюсь, на нас не нападут после этого. Так. Леовый! Это же Леовый моей мечты. Капец, 23 уровня. Леовый прибежал. Это просто жесть. Это просто... Прелесть, я бы сказал. Да. Раз, два, три. И теперь ты, короче, сюда уйди. И бери себе вот этот вот хрен знает что. И ты бежишь, короче, отхватывать от нейтралов. Я не знаю, что мне делать. Да, это жесть. Так, еще один лорд, пожалуй. Это нужно. К тому же оба лорда теперь могут пойти и окупить себя. Раз, два. Раз, два. Раз и два. Так, ну что ж, сюда. Теперь тут хотя бы кто-то в обороне стоит. Но это на самом-то деле меня совсем не радует, да. Если вы думаете, что я... О! В обороне кто-то стоит. Мах порядка, астрал. Не знаю. Не знаю, не знаю. Из сторожевого поста еще кого-то найму. Еще вот это вот все обменяем. Тут еще семинарию можно построить. Просто жесть какая-то. Так, 16. Ну тут парниша может до нас и добежать. И это очень плохо. Да. Нам нужно срочно будет защищать свою эту, свой город. Нет! Грейсвилл захватили. Я даже не знаю. Давайте, наверное, тогда вместе пусть они пойдут его убивать. Так как он тут, видите, какой говнюк. Так. Вот так.
Замечательно. Просто великолепно. Да. Бесподобно, я бы сказал. Это просто жесть какая-то, а не компания. В финале, интересно, так же будет дерьмово. Так, вилла Костя. Нужно было ее захватывать сразу же. Красного нужно отвлекать. Так, тут лорда мы наняли, да? А где этот хрен, которого нам убивать надо? А, вот он тут спрятался, ублюдок. Как бы нам его побыстрее убить? Я не понимаю. А, он тут стоит нормально. В том месте, где его можно убить, в принципе. Но у него, скорее всего, есть какая-нибудь рука смерти или снятие моих бутылочек бессмертия. 100% у него что-то подобное есть. Так, да, смерть против бафов очень круто работает, поэтому... Нам трындец может настать скоро. Хотя его довольно-таки хорошо можно убить. А, его легко убить оказалось. Ну все, тогда как бы опасностей никаких нету у нас. Сможем его замочить. Я, наверное, оставлю вот этого вот парня, Ален Вейла, здесь. Так будет гораздо лучше. Так. Так. Ну, не знаю. Пёселей давайте вызовем. Так. Теперь вы вот этого убиваете. Нортикус какой-то. Вот тут, смотрите, даже какие-то артефакты довольно... А, он уже успел, короче, понастроить мне тут всего, что мне нужно как раз было. Ну что ж, это, в принципе, даже хорошо в каком-то смысле. Всех ставим. И я бы семинарию построил, да. Но у меня нет ресурсов для этой постройки. К сожалению, это так. И, конечно же, ему нужно вот эти вот все довольно крутые артефакты, должен я признать, отдать. Все, короче, баба, ты бежишь вот сюда. Будешь тут все зачищать. А вы вообще сюда бежите, да. Через 5 дней нафиг, да. Нам нужно еще воров понанимать, потому что без воров мы и не туды, и не сюды. Призраки мне, в принципе, не нужны, хотя их здесь и много. Оу, что тут за жесть происходит, смотрите. Так, ты идешь сюда, и тут скелетоны, которых можно безнаказанно поубивать. Церберус. Так, второй Церберус, и я думаю, этого нам хватит. Все-таки второго уровня юниты посильнее будут, чем первого уровня. Видите, вполне себе хватает. Тем более, что она сама может бить очень неплохо. Стоп. Мы с них взяли нектар бессмертия, серьезно? Прикиньте. Это было серьезно.
А, тут смотрите, что за дерьмо происходит. Смотрите, вот. Вот что это такое? Кто-то стыбри у нас. Все наши вещи. Так, теперь, значит, сюда куда-то. Отправляемся. Здесь что у нас? Гасители магии, караваны. Караваны не нужны. Гасители магии, в принципе, нужны. Но есть проблемы. Есть у нас очень большие проблемы. Это просто жесть, да. Так, смотрим. Драконы и дюжины этих говнюков. Драконы, их может быть и 2, и 3. То есть, возможно, я их не одержу над ними победу. Ну, мумии я, наверное, уничтожу. Смотрите, тут какой-то герой умер. 16 уровня генерал. Жесть просто. Вот видите, насколько здесь мощные нейтралы. Я уже говорил, что это жесть просто. О, тут тоже красный, смотрите. Так, а я не могу тут нанять через 3 дня. Хочу еще одного вора нанять и посылать его по камням пробежаться. Это будет, я считаю, довольно-таки круто. Так, казармы или монастырь? Естественно, лучше монахов, монастырь. Потому что монахи копятся, и они дальнобойные. А эти 2 фактора никогда никому не мешали в бою. Так, вот так, пожалуй, поставим. Или даже вот так вот, да. Чтобы впереди были все ближнебойники. Дюжины, дюжины, группа. Ну что, попробуем вампирчиков завалить. Хотя чё-то я сомневаюсь, что у нас получится. Тут тоже везде вампиры. Это что за дерьмо? А, вот немного вампиров. Ну хотя бы немного, не группа. Эх, жесть просто, да. Это, конечно, еще та жесть. Может, надо было подождать? Я так подумал. Так. Ну, одного хотя бы убили. Так, тут вампирусы, но этих мы потом будем уничтожать. Лучше давайте вначале примемся за этих товарищей. Вот за них сейчас вот эти товарищи примутся. Отлично просто, завалили их. Так. Ах ты ж супа захотел, вампир. А за луком ты сходил? Жесть просто. Естественно, добиваем вампиров. А теперь начинаем вот этих товарищей фигачить. Ты стой. Так. Сквайры ни на что, кроме как стоять на одном месте, не способны, поэтому... Ну, вы понимаете. Так. Тут это дело делаем. Ну, теперь, пожалуй, можно и начать атаковать. Так, значит, лучше вот тогда вот этого добить. Нет, не бейте их. Видите, какой я мудрый. Чтобы мне ответка не прилетела, я других атаковал. Конечно, половину урона потерял, но зато безответно. Безответно потерял, да. Так, а что если я сделаю вот так вот? Все равно ничего не получится, да. Ну, хотя бы у нас будет еще одна шахта. Это уже, скажем так, достижение. Причем очень даже большое достижение.
Блин, и там красный, и там красный. Везде красный, синий и опасный. Как мой большой парадигмовский пинус. Нужно больше пёселей. Пёсели нужны нам как никогда раньше. Еще хорошо, что до нас очень долго доходят враги. Давайте-ка лучше отступим, да. Вот столько должно хватить. Теперь вот как-то... Чё вы, они не атаковали? Вы издеваетесь? Вы что, вообще? Жесть. Да куда ты подходишь? Какая жесть здесь происходит? Блин, зачем я только пёселей вызывал? И так всех завалил. Да, похоже, кто-то выучил скрипты. Похоже, разработчики карты наконец-то поняли, как в инвентарь ко всяким нейтралам добавлять что-то полезное. Лук вот, например, добавили, очень неплохой. Вот почему они такие мощные, эти нейтралы. Лучше, кстати, не трогать эти могилы. Хотя насчет могила как раз не знаю, но вот некоторые вещи лучше не трогать, да. Первого уровня воин смерти у нас здесь живет. Это относительно хорошо, а относительно плохо. Ну вы же понимаете, как это происходит, да? Сюда, один ртути, дальше сюда. Ну хотя бы артефакты дают за этих монстров довольно-таки мощных. В общем, эта карта похожа на мою карту, там тоже хардкорно все. Но другое дело, что мне бы, короче, понравилось больше, если бы легко ее было пройти. Потому что... Я же стремлюсь уже пройти дополнение к героям «Грядущая буря». О! Норм так просто взял, захватил. Не знаю, не знаю. Так, еще одного вора купим. Нам просто нужно здесь купить еще одного вора. Это было бы круто. Крайне круто. Так. 3000 сразу же закупили. Купили вора. Этот вор у нас побежит куда-то. Да вот сюда пусть бежит пока что. Он же далеко может бежать, поэтому... А это кто у нас такой? Воин смерти второго уровня. Жесть просто. Он типа хотел, наверное, нашу алиту перехватить. Но ничего у него не выйдет. Так или иначе, на этом мы заканчиваем серию. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк. Всем пока-пока. До следующих серий.